Всем привет, с вами психиатр. Мы продолжаем играть в GTA Vice City и продолжаем выполнять вспышки ярости. Так. А, все правильно. Что-то уж это. Думал, может, на машине. Так. Ну это конечно. Чем наш предыдущий это? Трехстволочка, но. Вот этих хотя бы вблизи не можем распиливать. И бегать с ней. Даже когда он стреляет. Ах ты. Говноеды, а. Ой, а жизни-то нету нифига. Менты, ой, блин, лиц эти. Срочно. Срочно. Быстрее! Блять! Только не умирай. Ай, нельзя пройти. Фух. Выполнили, выполнили, однако жизни не намного. Немного нам жизни убрали. Вот, я, естественно, сохранюсь перед тем, как искать дальше. Ну, задрали вы стрелять, ну, сейчас вас простреливаем еще, ну, не торопитесь, ну. Сейчас я себе ХП пополню. Тут, по-моему, где-то бронька бежала никогда. Вроде как лежала. Вон она лежит. Как ее нам взять? Вот так вот нам ее нужно взять. Я прав? Где она тут была? Вон она. Так вот. Ибо нефиг. 26-й рампейдж. Рампейдж. А он где-то тут. Я так понимаю. Где-то тут во двориках. Ага. На баскетбольной площадке. Ну. Блин, ну. Как неудобно тут бегать. Ой, похожее на это, только оно плохое. Оно еще не убивает всех. Я помню. Мы потом стреляли уже. Еще не с такого стреляли уже. Самые фиговые. Видите, сколько я выстрелил и сколько, блин, умерло. Они встают после того, как их... Вот видите, что происходит? Их надо по два раза по всем стрелять. Чтобы они начинали умирать. Это просто отвратительное оружие, я не знаю, что может быть хуже него. Ну, видите, они все по одному вставать начинают. После того, как их, блин, подстрелили уже. Значит, такое оружие нужно. С него убить никого нельзя нормально. Видите, что происходит? Так, ну ладно, благо
Благо, за спаун был хороший. И они тут все оказались. Вот, и мы легко смогли выполнить этот квест. Нам даже особо урона не нанесли. Вот, 15 броники только. Вот, и мы можем сохраниться. Вот сюда вот. И продолжить выполнение. 27-я точка. Офигеть, ребят. Мы скоро пройдем всю GTA-шку. Такими темпами. Так, а она знаете где? Она где-то тут вот. На 20. Опа. Вот и она. Ой, катана опять. Катана это да. 10 всего, но... Проблема катаны... А чё, я 4 убил? Ах ты. Проблема катаны в том, что нужно дофига... Видите, они всю бронь нам сняли. Мрази. Да куда ты? Блять, бей катаной, дебил! Маши! Да уйди ты! Ну, блин, ну не стой на месте, твою мать! Ну, голову им режь! Все! Бежим! Беги, беги, твою мать, беги! 4 хп. Мать его налево. Вот это просто сноситель этого. Тут без броньки делать нечего. Ули, они, блин, я, блин, с катаной бегаю, они стреляют по мне. Надо бронь взять. Но, тем не менее. Что мы выполнили. Пусть 4 жизнями остались по итогу, но главное, что прошли. Так, 28-й, он где-то наверху, судя по карте. По моей карте. Он где-то выше, чем обычно. То есть выше... Что там за расстрелы такие? Главное, из чего? Фига у вас. Ушки. Классик, восьмой он. Где-то здесь. Гренки лежат. И он, наверное, на крыше, да? С вертолетом что ли идти? Мне так не хочется бежать с вертолетом. Я не вижу здесь никаких подъемов, поэтому, ну, скорее всего, кроме как на вертолете сюда не залезть. Хотя вот что там за лесенка? Вот это вот куда? Это не то, что мне надо. Ну, вполне вероятно. Просто так лестницы не ставят, ребят. Либо они квестовые, либо непонятно зачем. Как туда пройти? Да... Не, ну что за лажа такая? Забаррикадировано, что ж такое? Хрен проберешься. Так, нам нужно куда-то сюда. Да, вот он, проход. И
А, ну может быть с фабрики мороженого можно попасть. Просто так неохота бежать с вертолетом. Ну, вы не представляете себе. Так, а что мы попасть на фабрику мороженого? Нам надо бежать сюда. Вот так вот попрыгать. Вот так вот залезть. И вот мы уже на крыше. Ну, естественно, сюда нужно было пригонять на мотоцикле. Ну, ай. Лажа. Мне легче на вертолете сюда, блин, не хочу. На мотоцикле заезжать, прыгать, ну и в нафиг. Так, это у нас 28-й, да? Давайте какой-нибудь транспорт я возьму. Доедем на нашей вертолетной площадочке. Что поделать? Я вот так и не поизучал. Здесь спрятаны еще вертолеты, на которых можно легко набраться. Гоняю всегда на свою площадку. Где-то тут были они. Я точно помню. Но на каких зданиях, как попадать, я не помню. Ездить наше место. Давайте засейвим это дело. Вот заодно пополним все бронь. Вот патрончиков наберем. Возьмем вертолет и полетим на нем. Кстати, с вертолетом можно было бы посмотреть, где тут еще есть вертолетик, но... Блин, ну особо не видно. На земле бы где-нибудь стоял, был бы красиво, так? Вон вертолетная площадка, но вертолета там нет. А нет, есть. Но допустим. А что это за место? Это полицейский этот? Нет, другому давайте. Что внизу? Это место, у которого всегда стоит полицейская машина. Хорошо, здесь есть вертолет. Как сюда залезть нормально? Лестница. Со двора, да? Есть? Нету. Не видно нифига, блин, на этом вертолете. Что бы там быть? Вон еще, кстати, вертолет. Да, сюда можно залезть по лестнице. Ладно, будем знать. Будем знать, будем иметь в виду. Хотя, конечно, это все надо было сделать намного раньше. Don't be so mean. Let me up. And the guy in red, say what I said.
Так, а мы чем временем 28-м? Ты чё, это все равно далеко. Вот тут нету, нету. Вот вертолет, я вижу. Вот, но к нему никак не попасть. А, нет, попасть можно. Вот есть лесенка. Хотя не, погодите. Лесенка непонятно откуда. Вот туда хрен попадешь, блин. Тут вот запрыгивать нужно. На мотоцикле. Такой вариант мне не устраивает. На котором надо делать прыжочки эти. Вот, прыжки мы потом будем делать в отдельной сети. Так, куда нам там надо? Ну, где-то тут, да? Я прав? Где-то тут. Нет, сюда ладно. Вот. Так, я подозреваю, будет или гранатомет, или винтовка. Лучше винтовка. Да, винтовка. Хотя гранатомет тоже неплохо. Просто из винтовки стрелять повеселее. А чё? Ты бессмертный? Или этот столб мешает? Не, он не бессмертный, смотрите-ка. Так, с загоняющимся не буду бегать. Время тут на него тратить. Вон полно других кандидатов. Вот тут вот я не понимаю, почему так мало. 20 всего. Легкое задание. Там было и 35 сделали бы. Хотя... Они вот не спаунятся, скотина. Хотя не спаунятся. Ну да. Было изи, мы за минуту управились. Тут, конечно, можно было бы это. Ну, посложнее, чем. Так, 29-й тоже, между прочим, на крыше. Не зря вертолет взяли. Нормалек. Ну, я не знаю, может и не на крыше, конечно, но. Судя по карте, выше земли. Это вон. Ну сюда можно было и так попасть, я так понимаю. Там вон есть лесенка. Но все равно на вертолете же быстрее сюда приземлиться. Искать не надо. Сразу видно. О! А, не, я думал. Так. Не хотят спауниться здесь. Точнее. Там, где мне надо. Надо не забыть, что вертолет оставили. Ну где говнюки? Так, ну, неплохое у нас ружье. Вот, не должно возникнуть особо проблем. Вот, если еще спауниться будут. Нам надо. И особо не убегать от нас.
то будет идеально. Ты жив, что ли? Так. Трое. Ну. Значит, вот. Отлично. Отлично. Прошли миссию эту. Где наш вертолет мы оставили? Вот тут. Вот тут наш вертолетик. И что нам осталось? Нам осталось 6 точек, ребят. 6 точек вообще немного. 30-й. Он где-то... Где-то вот там. Смотрите. Вот примерно здесь. Он где-то на земле, поэтому смело можно садиться. Нет, здесь. Вон. Уничтожьте 35 этих. Блин, вот. О, из гренок. Гренки не очень. Не очень мне нравится идти. А чё так много-то? Пацаны, мне вас еще 20 надо выстрелить. Где? Пацаны! О. Блин, ну... Пёс, а. Какая мразь. Конечно. Да блин, пацаны, ну... Да я не хотел ничего плохого, ну... Хятские копы. Арестуйте этого, у меня едино. Хули он тут размахивает своим пистолетом. Две звезды. Ну, как всегда. А я и сохранялся, а я не помню, я не сохранялся нифига. Надо выполнять. Надо выполнять, а не умирать. Грёбаные копы. Блесик. Так, кстати говоря, о сохранении. То, что я не сохранялся, это очень плохо. Это надо как-то исправить. Так, а я на вертолете что летел. Надо на нем и улетать. Я на нем и улечу обратно. Так, наверное, сохранимся на мотор на этой. Наш. Вот тут я сохранюсь. Надеюсь, никто не будет против. Возьмем две тыщенки. Возьмем сохранение. Так, и 31-й. Ой, случайно. 31-й он. Но, где-то тут. Так, интересный. Я не
Интересно. А вот где. Я. Взорвите 15 машин. Все. Пацаны, вы сегодня живете. Как так? Далеко, что ли, слишком? Да что за... Да, 15 машин. Хоть одна проехала, пока я стрелял. Все стоячие мы уже. Расфигачили. Ну и чё? Давай, мужик. Еще. Ну. Ну, чё за... Ну, почему такая лажа? Ну, хули так транспорта-то мало? Говно. Назову. Не едет ни черта. Так, ёптить. А мы не успеем все равно. Как бы мы тут не старались. Двух не успели убить, а? Ну, ладно, сейчас еще разок. Можно, конечно, хитро поступить. Дождать, пока транспорт будет ехать, но... Нет, тут ловить нечего, надо. Надо выбегать туда на дорогу. Вот единственное, что. Тебя я, конечно, стрельну. Туда я, конечно, стрельну. Интересно, вертолет считается. За машину. Так, неплохо. Езжайте, молодой человек. Ну езжай! Хуль ты гудишь? Дебил кусок. Давай, давай! Хорош. Сколько мы 7 расстреляли за минуту? Но тут сейчас должно быть побольше. Транспорт. Блин. Ой. А что ты в землю тут стреляешь? 5, да? Не транспорт, что ли? Да как ты? Опять 2 осталось, ну. Ой. Чуваки, ну. Давайте. Блин, говнюк ты, а? Лысый. Чмошка ты. Вонючая.
Ща мы тут пробку, сука, устроим. И простреливаем. Что вздумали? Катабазы. Какого хрена? Как они проехали? Удивы. Ой, хрен, по-моему, стрелял. Ой, мужики, идите, а, в очко. Блять, ну не до вас сейчас, ну. Твари. Ну тебя беспредел тут, твари. Лениво. И вы не видите ничего. Вас чё, блин, закидать что ли, ну? Говнатый кусок. Да, звон. Последний. Ну мы прошли. Пофигу. Потеряли все оружие. Плевать. Не буду загружаться. Идите нафиг. Не хочу. Просто не хочу. Зато мы задание выполнили. Так. Это какой у нас был? Это был 31-й, однако. 32-й, ну 33-й только на вертолете. Там подлетать надо. Поехали с вертолетом. Ну, вот, мы знаем, где теперь он поближе находится. Да-да, complete the look. Где музыка? Ладно, поёт. 32-й, 33-й по моей карте расположены в аэропорту. Поэтому именно туда мы сейчас полетим. Вот, я точно помню, что один этот наверху. Ну, по карте, собственно, тоже понятно, что он наверху. Вот, да мы просто находили. А один, кажется, в аэропорту был. Внутри. Ну, вроде как. Может и нет. Тут уже не помню. Сюда я... Блин, а у меня оружия нету. Нафига там... Там нам дается оружие. Нормально. Без оружия можно. Так, это мы сохранились. Теперь давайте... Вот оно, зданица. Вот он подъемчик. Да? Да. Вот он вертолетик. Нам что, 4 этих осталось все выполнить? Это прям вообще копейки. Копейки, ребята. Выполним рампейджа. Ничего нам останется. Нам останется выполнить прыжки и 15 ограблений. Нет, не так много. До полного прохождения. Так, ну что, опять, наверное, будет или винтовка. Или что-то типа того. Ну, в смысле, я имею в виду на крыше. Вот этого здания. Аэропорт.
Ну, а может и нет, кстати. Но я вначале выполню то, что там внутри находится. Я сначала выполню то, что тут. Ну да, внутри, как я, собственно, сам говорил. Так, а эти члены шайки, они вообще... Господи, ну... Долго. Ты хуль стреляешь? А где все члены шайки-то, я не понял. Блять! Рот, а. Какая тварь. Сам не идет, и другим не дает. Аэропорт, откуда они, у них оружие здесь? Как они его понесли? Гумиши. Ага. Блин. Да ну фак. Хватит бегать. Задолбали. Все. Идите в очко. Дай пройти. Закрыть проход здесь все. Так, не буду лететь сохраняться в этот раз. Выполню 33-й, который на крыше. Вот, тут, скорее всего, или винтовка, или гранатомет, или ХЗ. Ну, по логике. По логике должно быть. Ну да, гранатомет и стрелять по машинам. Ну, благо, у аэропорта давно много машин. Хотя... Вот одна. Опы. Мать твою. Где? Не, я ее слышу, но не вижу. Фишка. Ну. Ну. Сучка. Стой, говнюк. Отбили нашего таксиста. Ну, что поделать. Ну где? Давай еще мне. Ага. Ну чё за фигня? Ой, блин. Ну, ещё две. Быстрее! Ну, появитесь! Суки! Ну, мрази! Блять, ну они просто не появлялись. Я им манал. Ну! Ну где? Ну чё за фигня, ну? Ну твою ж... Блин. Хотя бы в тебя. Так чё за лажа? Я его подбил, он загорелся, и он просто пропал. Ну, блядь. Пиздос какой-то, а.
Ну будет транспорт-то появляться, ну что ж за лажа такая, ну за минуту три машины всего проехало. И еще и вот едут под меня, сучки. Ну где транспорт? Лажа ты. Не, ну вы видите, что происходит. Просто мы убили 4 машины всего. За 2 минуты. Слушайте, если у нас 2 звезды будут, да хотя бы копы будут заезжать. Я так подозреваю. По крайней мере, копы будут ездить. Скоты такие. Блин, правда, эти мрази подъезжают не совсем удачно. Да не, что-то с копами какая-то лажа. 3 машины всего, и теперь вообще никто не ездит. Ну ты тормоз грёбаный. Ой, это кто такие приехали? Еще 2 звезды. Необычные катаются. Так, 5 осталось. Вот это неплохо. Где копы, мать его? Я на кой черт 2 звезды брал? Все, есть. 33 есть. Осталось 2 точки всего лишь. Осталось всего лишь 2 точки, и вот тут я, пожалуй, наверное, сохранюсь. В таком моменте. Так, где у нас ближайший сейф? Вот тут вот. Ну, тут сейчас сохранюсь. Так, еще скажите, 34-й на земле, 35-й на земле. Все, вертолет нафиг не нужен. Ну, хотя, раз он тут, ничего нам не мешает на нем лететь. Ничего нам не мешает. Так. Да, сука, он не выходил. Ну, я сохранился, слава богу. Он не выходил, ребят. Я жал Enter. Я думаю, даже микрофон записал то, что я жал его. Было слышно, но... Я вроде уже, блин, к земле приземлялся. Вот. Спускался. Все равно он не срабатывал. Ну, ладно. Начни на вертолете. Так. А где это, кстати, говоря? Как туда лучше проехать?
А, тут мы так не проедем, да? Нам надо вот сюда тащиться. Так вот заворачивать. Заезжать куда-то сюда. Блин, только не говорите, что это военная база. Я не хочу на военную базу лезть. Но это, походу, она. А, вон рядом. Спасибо, что не внутри, пацаны. Просто. За это огромное спасибо. Взорвите 15 машин. О, ну с таким этим. Это будет. Изи. Главное, машины нам подставляйте. Это одна секунда. Это секундное дело. Ну и последнее. Все, сама там где-то дорвалась. Ну чё, поехали на 35-м. За 35-м. Он у нас на центральном острове. Вот. Последний наш этот. Получается, мы в этой серии 11 выполнили, да? Кстати, я бы не сказал, что особо быстро мы их выполним. Как предыдущий. Блин, ну звезду дали, скоты. Ладно, ничего страшного. This is Jez Torres from Blockfest. If you want to take on a jet, you remain listening to V-Line. My city's home of rock and roll for 75 years. Let's go to the V-Line. Hello, you're on V-Rock. Dude, you took my job, alright? I got a major beef with you. Who is this? Ed, maybe конец, закончим с этим рампейджем. И останется нам. Так, а это? Это ведь не тот мост, да? Нам надо на следующий. It's better to burn out than fade away. So you're calling me a burnout, is that what you're saying? No, I heard that you applied for this job with a resume written on rolling papers. I deserve it. I bet. 35-й. Где-то. Вот тут. Во дворах. Эй. Только не говори, что я сюда хрень попаду. Кстати, мусорка есть. Тут все названивает. Tommy Facetti, how's it going, Mr. Big Shot? I hear all these things about you. Some kind of player in town now, eh? Paul, you're drunk. Nah, you should be proud. I ain't drunk. Oh yeah, a couple of some treats. I've been a bit of a couple of days, you know. Anyway, don't give me that. I ain't a mug. Who set you up in this town? Oh, me. That's who. Really?
Don't give me that, don't. I introduced you to people, I showed you the ropes. Did a lot of stuff for you, and this is how you repay me. You ignore me. You won't give me a way in, or after all I did for you. What do you think I am, a dude or something? Paul, take it easy. I've been busy, don't be an idiot. I ain't no idiot, Mush. That's what I said in Boston. You are skip the trouble, son, because you're going to get it. Tell me, mate, please. Use me, big O, please. Don't laugh at me. Paul, get some sleep, seriously. Так, окей, блин. Фигня не появляется. Так. Ладно. Задавите и убейте. Да садись ты. Пиздец. Сюда ж хрен выйдешь. Нормально, под конец подавим. Тупо подавим. Тупо можно кататься и давить. Ну, копы! Копы копчинские! Спаунтесь, пацаны. Где вы? Пацаны! Пацаны? Здрасте. Чё, мне колесо пробили? Чё я тут за звук? Так, ещё Петюня, да? Всё! Все вспышки ярости пройдены. Отлично. Давайте вот тут сохранимся. И этот выпуск я на этом закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик, контакт, ссылочки есть в описании. Ссылка на кулис данной игры, также на остальные кулисты будет в описании. Ну а с вами был Чумной Психиатр. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.